Друзья, это Персидский. Вот это Дубай. Вот это все, это пальма. А вот это пентхаус на пальме, который стоит 15 миллионов долларов. И сейчас я вам его покажу. Погнали. Итак, как же можно попасть в наш собственный пентхаус? Правильно, на собственном лифте, который идет исключительно только на 11 этаж. С чего начинается театр? С вешалки. С чего начинается пентхаус или любой дом? Правильно, с холла, с гостиной. Сразу же нас встречает вот такая шикарная, красивая гостиная. Что мне больше всего здесь нравится? Это вот такая огромная люстра на два этажа. Вот такая входная группа. Мне кажется, очень эффектная. Вообще в этом пентхаусе все эффектно. И я вам все сейчас покажу. Вот здесь вот ваши гости присаживаются. Вот на вот эту тахту, софу, ожидают хозяев. И когда хозяева приходят, приглашают, естественно, первым делом на кухню. На кухню-столовую. Давайте первым делом, вот мы туда и пойдем. Сразу же вот здесь вот справа кухня-столовая. Выглядит это вот так. Шикарный стол на 12 персон. Из массива, итальянская мебель, обращаю внимание. И сразу же здесь рядом барная стойка. За этой барной стойкой вы можете подавать коктейли собственного приготовления своим гостям. Очень удобно. То есть вот прямо сразу же из холла заходите в гостиную, в столовую. Сразу же из столовой вы попадаете на кухню. Здесь пентхаус полностью меблированный и полностью оборудованная кухня со всей техникой встроенной. Здесь у нас, кстати, Miller. Вся техника производства Miller, а вся сантехника – это производство Kohler. Значит, вот так вот у нас выглядит кухня. Из кухни вот в той стороне у нас комната для прислуги. Совершенно верно. Вот здесь вот вы можете хранить свои бабушкины сервизы, которые привезете сюда. Идем дальше. А, да, после того, как ваши гости отведали здесь вкусной еды, мы переходим прямо из столовой в жемчужину этого пентхауса. Сейчас я вам покажу. Та-да! Я даже не знаю, как это назвать. Это зал. Огромный просторный зал на два этажа. Ну, это такое, скажем, сердце пентхауса, где, собственно, и будут собираться ваши гости, семья по вечерам. Вот здесь вот нужно проводить время за бокальчиком дижестива после вкусного обеда. Обращаю внимание, вот какое красивое исполнение люстры. А это что? За что ты такая? Это мобиль.
Обувь? Это очень модно в Европе. Знаете, оформляют интерьеры подобными. Вот, знаете, наш 20 век, такой ритм, суматоха. Приходишь с работы, успокаивает нервы. Успокаивает, да? Очень все красиво, со вкусом сделано. Вон там вот второй этаж, мы туда попозже заглянем, естественно. Очень просторный зал, светлый, все в окнах. И вон там вот на втором этаже тоже окна. Видно, что дизайнер постарался. Вот, кстати, мало кто знает, а вот такого рода всякие статуэтки могут собирать до 3 килограммов пыли в месяц. Очень удобно, я считаю. Так, идем дальше. Посмотрим, что еще у нас на первом этаже. Да, и, ну, естественно, у нас здесь на полу мрамор, конечно, как иначе. Очень много разных шкафов гардеробных в этом пентхаусе, вы увидите сами. Но давайте сейчас посмотрим, что у нас еще на первом этаже. Это собственный спортивный зал, оборудованный уже по последнему слову техники, так скажем. Из зала сразу же вы можете в сауну заглянуть собственную. А из сауны вы можете заглянуть сразу же в бассейн. Вон там вот он за окном, но мы потом посмотрим с вами террасу поподробнее. Так, идем дальше. Что у нас еще на первом этаже? На первом этаже еще один зал. Он, конечно, поменьше, всего лишь высотой в один этаж, но не менее уютней. Или я бы даже сказал, более уютней. Потому что вот он такой какой-то такой более камерный. Мне очень нравится здесь вообще во всем пентхаусе, как реализована система освещения. Везде по периметру свет, красивые люстры, абажуры и подсветки вот везде, да, обратите внимание. И это такой зал, я бы даже, наверное, сказал, специально для просмотра, опять же, с семьей и друзьями каких-то фильмов. Вот, пожалуйста, огромный телевизор, здесь экран. Тоже такая комната релакса и отдыха. Идем дальше, смотрим, что у нас здесь. Следующая комната, вот здесь вот очередной санузел. Здесь у нас очередная спальня. Все в одних тонах сделано. Вот, пожалуйста, гардеробная. Душ. Здесь тоже выход на террасу. Терраса вообще полностью по периметру всего пентхауса. И на этом первый этаж заканчивается. И нужно подниматься на второй этаж. Как мы можем с вами подняться на второй этаж? Можем подняться по лестнице мраморной, но мы по ней спустимся. Давайте поднимемся на собственном лифте, уже который внутри. Это только наш лифт. Вот здесь вот всего лишь ground floor и first floor. Вот мы едем на второй этаж. Лифт вмещает до 5 человек. Дамы и господа, второй этаж. Добро пожаловать. Идем по кругу. Идем по кругу и считаем спальни. Первая спальня. Ну, это уже какая по счету спальня? Это уже вторая, да? Ну, вот на этом этаже первая. Ладно, все равно не будем считать, потому что я все равно собьюсь. Здесь их очень много. И спальни сразу же гардеробная. И из гардеробной собственная ванна.
А, да, ну хорошо, тут еще не только ванна, тут еще и душевая есть. Так, идем дальше. Так. Напоминаю, что это мы сейчас с вами на втором этаже. Давайте заглянем вниз. Но вот это решение, такое массивное, объемное люстра, мне очень нравится. Идем. Вот, собственно, балкон, с которого открывается прекрасный вид на вот этот зал. Ну, просто шик и блеск. А вот здесь вот, святая всех святых, это мастер-спальня. Спальня хозяев неимоверных размеров. Все очень красиво сделано, но реально дизайнер постарался, мне прям вообще все здесь нравится. И во всем пентхаусе все очень гармонично, то есть нет такого вот прям супер перехода в дизайне, в стиле. Так, это мастер гардеробная. Просто невероятных размеров, если честно. И из мастер-гардеробной мы идем в мастер-ванну. Душевая, ванна, туалет. Эффектно, эффектно. Итак, это мастер. Мастер все. Идем дальше. Так, продолжаем нашу экскурсию по второму этажу. Там всякие кладовки, неинтересно. Значит, здесь тоже туалет, там очередная кладовка. Здесь еще одна спальня. Гардеробная. Душевая. Ванная. Идем дальше. Картины висят. Так, что у нас здесь? Еще одна спальня. Это, знаете, такой мини-отель, если честно. Тут можно прям вот номера сдавать. Пожалуйста. Ну реально, вот это какой-то вот мини-номер. Идем еще дальше. Это еще не все, друзья, подождите. Так, а вон там вот у нас что? По-моему, это тоже подсобные помещения. А, нет! Еще одна спальня. Слушайте, я придумал бизнес. Это можно вот реально купить и сделать мини-отель. Вы посмотрите, какой вид. Офигеть! Вы знаете, вот этот вид стоит очень много. Но я думаю, что вы догадывались и без меня про это. У каждой спальни есть своя гардеробная и свой санузел. Ванна, душ. Все по фэншую. Идем дальше. А, ну и, собственно, все. В той спальне мы уже были. И давайте спустимся по вот этой мраморной лестнице, о которой я вам говорил. Так. И попадаем обратно в гостиную-столовую.
Друзья, терраса шикарная, огромная, просторная, светлая терраса с видом на Дубай и на саму пальму с одной стороны. Давайте пройдемся. Вот здесь вот обращаю ваше внимание. Такая специальная беседка, скажем так, назовем это беседкой, где можно спрятаться от дождя, хотели сказать вы. Нет, от солнца, от солнца. Вот так вот выглядит терраса с этой стороны. Вон там, пожалуйста, мы можем видеть Атлантис. Сюда поворачиваем. Здесь тоже очень много места. Используйте его как хотите. И сейчас пойдем покажу вам террасу с другой стороны. Ну а так выглядит терраса с другой стороны. Тоже невероятно просторная. Но здесь прям вид, понимаете? Здесь вот море. Прям как на ладони. Здесь половина этого пентхауса, мне кажется, половина стоимости этого пентхауса – это вид. Шикарный. Ну и тут у вас мини-пляж свой собственный, шезлонги, зонтики и бассейн. Друзья, друзья, я здесь. Секундочку, минуточку. Вы понимаете, что вот это все, можно купить. Оно продается, пентхаус продается, напоминаю, что стоимость 15 миллионов долларов. Если у вас есть возможность, желание, деньги, то внизу под роликом есть мои контакты. Это Персидский, обращайтесь, все оформим в лучшем виде. Всем большое спасибо за внимание, за просмотры. Оставляйте ваши комментарии, лайки, подписывайтесь на канал. Увидимся, до новых волнующих встреч. Пока!